Буквально два слова. Я сейчас услышал. На самом деле, я сегодня, когда пришел первый раз в этот зал и посмотрел на аппаратуру, я думал, что это было подготовлено. Тут была фотография Маргулиса. Я думаю, надо кто-то привез аппаратуру серьезную, там, заплатил бешеные деньги. Я уже все посчитал, сколько миллионов это здесь все стоит. Посмотрел, что отдельный пульт есть у диджея, отдельный пульт на сцене. Я никак не мог подумать и представить себе, что это местная команда имеет такое оборудование. И имеет музыкантов такого класса, с которыми не стыдно выступать даже Пинк Флойду, понимаете? Я больше не уверен, что это ребята мирового уровня, которые могут сыграть с любым абсолютно музыкантами. И сегодня мы вам это докажем очередной раз. И наши друзья предложили просто сегодня живьем сыграть одну из самых гениальных композиций группы «Лесоповал». А я с удовольствием с ним исполнил ее. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Thank you.
Куда все красы мои?